И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданной покупочке новой замечательной Теслочки. Сегодня, наконец-таки, этот день настал. Наконец-то у нас появилась данная замечательная пушка за кристаллы. Сегодня у нас пятница. Довольно-таки раннее время. Я вообще, честно говоря, не особо привык в такое время вообще вставать и записывать видосы. Но ладно, бог с ним. Зашли. Покупаем, надеюсь, поддержите данный видос лайкозавром. Быстренько занимаемся прокачечкой новой Теслочки. Пойдем, конечно же, сразу же потестируем. Приобретем сразу же все замечательные устройства. По кристаллам вы видите, что у меня было 22 миллиончика с небольшим кристалликов. Сейчас мы быстренько вот это вот дело так на дополнительном кликере дорабатываем. И у нас еще даже 20 с небольшим остается. Смотрим за устройствами, которые у нас есть на данную замечательную пушечку. А их у нас имеется целых 4. Все они стоят по 245 тысяч. Ну и мы быстренько их, конечно же... А, нет, даже первое подешевше будет. Сразу же быстренько их все приобретаем. У меня там чуть-чуть, конечно, сняло. Ну и исходя из того, что мне сказал Артемочка, а Артемочка уже с рестартика дает контенту на новой Теслочке, я беру адреналинчик. Есть, конечно, еще из этих всех устройств одно интересное, которое мы в дальнейшем затестируем. Но сегодня сыграем на обычной дефолтной Теслочке с адреналином. Конечно же, с хоречком. Лучше корпуса, наверное, на данный период времени нету. На корпус берем, конечно же, иммунитетик от подавления. Ну и отправляемся тестировать все это дело, смотреть, насколько жестко будет нагибать моя Теслочка. Первый боечек, конечно же, контроль точек. Ну а второй, может, осадочку какую-нибудь. Посмотрим сейчас, как будет в контроле точек. Если контроль точек будет шикарен, то, может быть... осадочку или даже какой-нибудь регби залетим. Посмотрим, что там будет показывать данная замечательная пушечка. Так, кидает нас сразу же на шикарнейший полигончик. Смотрим, что у нас по резистам от Теслы. Один резист от Теслы и один броненосец. Ну, то есть, грубо говоря, ничего страшного нету. Сразу первые два килла всовываем. И по красоте начинаем данный боёчек. Попробуем дать как можно больше киллов. В надежде то, что, ну, мы сделаем какой-нибудь новый рекордик. Вы знаете, что я на спецаке тоже катал. Но там не было большого количества там супер больших киллов. Да, там какие-то новые рекорды были, там 56-57 киллов. Но я думаю, что это все дело можно перебить. Даже за сегодняшний денечек, когда даже появятся резисты и появится уже больше... побольше Тесел. Ну вот, например, сейчас в бою, да, там, то есть против одна Тесла, за меня, и то, может быть, эта Тесла уже не то, что сегодня появилась, она уже и так раньше была. Очень жестко можно ловить тайминги от шарика, поэтому будем стараться этим как можно больше пользоваться. И в дальнейшем пытаться как-то увеличивать скилл на этой пушке. Я уверен, что за счет этого шара можно давать дополнительное большое количество киллов. И это только лишь время нужно небольшое, чтобы к этому приноровиться, научиться грамотно, четко вдавать эти шарики. И от них уже отыгрывать. Можно, конечно же, играть и через... чужие шары, да, через шары своих тиммейтов, через танки можно также играть, можно играть через подъемы так, чтобы по вам тоже не проходил урон, но пока что у меня такого прям жесткого скилла в этом плане нету, поэтому как-то от дефолта пока что покатаем, а в дальнейшем уже будем стараться и на стримах, и... на последующих видосах, где я буду тестировать уже устройство на Теслочку, будем стараться уже как-то модернизировать свою игру и показывать более хорошую, качественную темочку. Так, у нас пока что 13 киллов, и я бы сказал, что это не такое большое количество, я бы на том же условно замечательном... Ой, хорошо, сейчас было неплохо. На том же условно...
страйкере мог бы примерно такое же количество показывать. Вот здесь так из-за укрытия. Хоп, хоп, накидал, еще от шара добил. Здесь можно также, хотел сказать, шарик припустить, но там немножечко неприятный мостичек есть, и в него 100% улетит шарик. Поэтому ладно, сыграем по-другому. Пол боя прошло, 17 киллов. Довольно неплохой результат. Хорошо, летим, летим, летим и еще раз летим. Давно я хотел именно на своем аккаунтике поиграть на этой замечательной пушке. И наконец-то этот день полноценно настал. Так, от шара хорошо, урончик накидываем. Хорошо, что увеличили дальность ему. Теперь через него можно намного качественней играть. 21. Хорошо. Ну, есть шанс сразу с первой катки где-то на сорокетик залететь. Где-то на сороковочку залететь. Если залечу на сороковочку, то будет очень бодренько и красивенько. Не совсем грамотный овердрайв, наверное, от меня сейчас. Но хотелось уничтожить Хантера Теслочку, которая с резиком катает. Ну и в том моменте у меня это получилось сделать. Единственная проблема, это то, что мы сейчас до сих пор не контролируем ни одной точки. А без контроля... О, можно через чужой шар было даже накидать урона. Так, сейчас мы вот этого молодого объедем. Этого мы сольем даже без шарика. А шар лучше сюда запущу. На всякий случай, если вдруг кто-то заедет. Мы сразу накидаем через него. Так, еще один можно шар. Сюда так. И через него. Хорошо, шикарно. Окей, 2 минуты у меня есть. На все про все. Попробуем сейчас вот здесь вот шар оформить. Чел уходит на другую сторону. А я здесь вверху вниз. Ну, можно, конечно, кидать, но не совсем грамотно, если честно. Закидывается такой урон. 28 киллов. Шикарно, шикарно. Пока что первая каточка. Ну, прям, ну, у меня все-таки небольшая техника была на игре на Тесле. Шикарно уже, ну, такой результат меня вполне устраивает. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, не успел все сделать. Хотел сейчас еще быстренько 3 килла сунуть. Мы точки вообще не контролируем, очень плохо. Очень плохо, что нет контроля точек. Был бы сейчас контроль точек, было бы супер. Без контроля точек, ну такое. Моментами не очень приятно. Давайте сразу овердрайва даем. К слову, через одного, через танк не такой большой... Я хотел сказать сплэш. Расстояние не такое большое берет Тесла. Его немножко, я так понимаю, пофиксили. Потому что раньше там от танка до танка еще помещался, наверное, какой-нибудь мамонт. Сейчас уже не работает эта цепочка. Они ее немножко пофиксили, я так понимаю. Чтобы меньше было таких таймингов, где ты можешь просто зацепить всех в одну большую цепочку и просто в один тайминг жахнуть. Ну, с одной стороны, это хорошо. То, что надо придумывать что-то новое интересное. С другой стороны, это уменьшает возможное получение дополнительных киллов. 40 секунд остается до конца. У меня 35 киллов, у вражеской Теслы 32. Соответственно, мы уже получший результат показываем. Но он играет на Хантере. Ему этот Хантер особо никакого дополнительного преимущества не дает, при том, что он даже не юзает овердрайв на этом Хантере. Поэтому, окей. Мы будем считать, что он просто еще неопытный. Неопытный. Хотя, ну, разница киллов небольшая. 15 секунд до конца. 15 секунд до конца. Я бы хотел бы еще бы кильчик дать. Может, даже не один. Я через это тоже, да, могу накидать, по идее. 4 секунды мне бы овердрайву. И хорошо, какой-то килл. А, ну, не успел. Но для первой каточки, я вам скажу, 36 киллов. Довольно неплохой результат. Давайте-ка попробуем сыграть еще одну. У меня какая-то ошибка выскочила. Сейчас быстро обновимся. Не знаю, у меня вчера тоже такая же ошибка выскакивала. Может быть, она там с каким-то дополнительным моментиком связана. Так, все четко, у меня все одето. Давайте сыграем регби. Давайте регби. Посмотрим, что покажет Тесла в том режиме, в котором, ну, меня, наверное, особо сильно не будет ожидать. Да, то есть там по большей части надо встречать каких-нибудь ближнебоев или просто типов, которые играют непосредственно на мячик. А мы попробуем влететь
по красоте законтролить вражеский респаун и накидать хорошего демеджа. Вот если все это дело получится, и мы не встретим прям жесткого сопротивления, то я думаю, что можно будет попытаться дать хорошее количество киллов. Но сегодня прям день полигона, молодые люди. Просто день полигона. Резист от Теслы ни один у противника не присутствует. Это очень хорошо. Соответственно, мы можем сразу вот так шарик пустить. Ну и сейчас противничек, как только он начнет подъезжать... А куда мой шар пропал? Я запустил вроде неплохой шарик. И он взял и пропал. Во что он врезался? В землю ушел? Я что-то не заметил. Ну ладно. Ну ладно, 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 хорошо. Хорошо, обломали меня. Так и обломали, так и скажите, что обламываете. Меня в очередной раз респанули. И это не есть хорошо. Это не есть хорошо. О, хорош. Тиммейт, неплохо. Застопил, еще раз застопил. Так, сейчас через него быстренько кильчик. Хорошо, шикарно. Мячик наверх улетел. Можно очень грамотно через тиммейтов давать пилы. Можно противников на упоре ловить. А я попробую, знаете, что сделать? Попробую сейчас вот чуть-чуть больше от респа. Чуть-чуть больше от респа отыграть. И может быть мне этот респаун даст хорошее количество бонусных киллов. Ай, не успел. Аптеки не было. Так, 6 киллов уже есть. Не сказать, что много, но у меня есть овердрайв. У меня есть овердрайв. Мяч только-только пропал. Сейчас где-то появится. Так, и стараемся на киллы падать. Падать на киллы. Пусть тиммейты пытаются вести. А я постараюсь поработать чуть-чуть побольше. Поплотнее. Блин. Овердрайв остался, конечно. Но пока сливают. Пока сливают, не дают. Не дают мне грамотно реализовать мою Теслочку. Мою Теслочку не дают мне реализовать. 2200. В принципе, неплохо. Так, сюда. Ай! Такие шары прям тайминговые хорошие могли бы получаться. Вот сейчас я хороший запустил, там на 4 килла можно было бы зацепить. Ну, как-то начинают, что ли, контролировать Теслочку. Как-то моментами уже не получается сделать того, что получалось сделать раньше. Тут, конечно, забрал одного, а второго почему-то не зацепило викинга. Странно, странно все это дело работает. Ну ладно, не расстраиваемся, только 2,5 минуты прошло. Здесь очень быстро на Тесле можно киллы эти добирать. Главное поймать нужный тайминг, и все будет тогда четенько. Все будет четенько. Понятное дело, что на Теслу дополнительный фокус, при том, что я еще и не в какой-то рандомной красочке. Потому что, поэтому, ну, как бы особо не удивительно, что мне тут фокус прилетает. Я так удивляюсь просто, что, блин, почему меня респит. Так, конечно, все закономерно. Время много еще. Можно попробовать увести еще. Доставить мячик, через мяч сыграть. Я что-то старался именно на киллы дать. На киллы особо, видите, не получается. Поэтому пробуем непосредственно просто через мяч, через доставочку. И здесь викинг прожимает овердрайв. Хочется вот как сейчас, как all-in там встать. Вот так вот красиво. В вражеском респауне. Было бы неплохо зацепиться чуть-чуть за урончик. Для этого надо как-то поехать так, чтобы меня никто не особо не видел. Там уже на фризе кто-то начинает наваливать. Так, и мы вот так вот даем. Красиво. Сюда раз. Сюда два. Сюда три. О, пошла рубочка. Пошла хорошая, красивая. Так, там титана купол можно, кстати, через титана купол тоже сыграть. Через титана купол мы тоже вот так играем. И теперь еще на отходе. Ай. А, мне гром слил. Я думал, бомба, что ли, наша была. Ну, вернее, противника. А бомба-то наша была. Такое себе утренние приколы это называется. Утренние прикольчики. Так, ладно. Едем на мячик. 2-0 мы ведем. Этого, в принципе, наверное, достаточно для победки. Но нам хотелось бы еще бы хилов подавать чуть-чуть. Так, тиммейт улетает в 0-5. Викинг овердрайв не успевает прожать. Так, попробуем здесь шар дать. И через шар сыграть. Через шар дополнительно. У меня еще докидывает урончик. 20 киллов, 2 минуты до конца.
Относительно нашей тимы, очень хорошее количество киллов, но относительно того, что я видел ранее, и даже ранее давал, то, ну, наверное, не такое большое. Не такое большое, как хотелось бы. Респит. Много респит. 12 смертей, это очень много. Очень много, поверьте мне. Если бы их было бы где-то штук 5-6, и мне давали бы шанс пожить на таком вооружении, то и количество киллов бы моих было бы значительно больше. Так, вот сейчас, если титаны куполи останутся, я приеду, смогу всех уничтожить. Но я должен успевать, по идее. Должен успевать. Да, сейчас вот так даем. Так даем. Еще хотел вот этого зацепить дальнего. Ну ладно, лучше доставочку оформим. Стабильную доставочку. 3 килла хватит. Хватит. 3 до 30 дотянемся, будет вообще неплохо. Стабильная тридцатка, то есть, если сравнивать это вооружение с каким-то другим, то здесь эти киллы даются, ну, довольно-таки просто. Довольно-таки просто, да, здесь можно что-то еще дополнительное подпридумать. Но так, честно говоря, ничего тяжелого нету. Даешь, если еще грамотные шары, от шаров киллы. И тут я в минус упал. Я в шоке, ну как так? Не справился с управлением, осталось всего лишь 35 секунд. Мне было бы неплохо дать еще киллов дополнительных. А я здесь улетаю в минус. Ну, как всегда. Дефолтный банка. Что здесь можно сказать? Дефолтный баночка. 25 кильчиков. Я думаю, что надо еще одну завершающую сыграть. Завершающую. Хорошую такую. Хорошую, добренькую, бомбическую. В регби сыграли, ЦП сыграли. Осталось только осаду проверить. Осадочку. Желательно какой-нибудь песочек бы. И было бы вообще все супер бомбово. Но пока неплохо. Пока неплохо, я доволен. Доволен. Многие ребята говорили о том, что Тесла выйдет за кристаллы и все, как бы, и смерть ей. Ну, пока первый день, ребяточки. Все на бодрячке. Так, осаду. Пока что все на бодрячке. Пока что мне все нравится. Так бы всегда бы дело работало. Я был бы безумно, безумно, конечно же, рад. Ну, посмотрим, что будет дальше. Шикарная карта. Мистер Салсалыч. Салсалыч, если смотришь видос, здоровочки. Здоровочки, Салсалыч. Так, ну и пробуем. Хорошая карта. О, Тохич! Тохич! Здорово, Тохич! Ну, я смотрю, тут все уже залетают с утреца, пораньше. На Теслочках красивых. Так, мы сейчас ловим тайминг. Шикарный. Накидочка. Пошла. Рабочая. Крит! 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 Ну, всунь крит! Офигеть, не всунул крит из четырех тиков, ни одного крита. Дал бы хоть один крит, все, это были бы все танки на респе. Так, Тохич на страйкере. Тохич даже не на Теслочке, а у него Тесла, походу, и так была. Так, хорошо. А, нет, не хорошо. У нас точку забрали. Ничего хорошего в этом нету. Так, Денджер есть. Давай, 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 быстренько, Денджер. Денджер, давай-ка на респик, Денджер. Денджер! Хорошо. Хорошо. Добавки, добавки. Еще добавки. Давай, 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 хорошо. Работаем, ребяточки, работаем. Шарик наверх. От верха сразу. Ай, один килл только дал. Плохо. Плохо, плохо. Плохо, плохо, плохо. Так. Но это за минуту. Все за минуту. Я запикался 6 минут до конца было. Поэтому 9 киллов это неплохой результат. Работаем дальше. Мамонт овердрайв прожмет. Прожал, блин. Не успел аптечку прожать. Так, ладно, мы точку забрали. Сейчас от точки, если против будет еще какой-нибудь титанчик, мы можем давать очень большое количество киллов. Осада вот это прям один из самых жестких режимов. Ой, боже, вот эти вот васпы, конечно, с подрывниками. Артемка сегодня уже жаловался на них, что они очень много его уничтожают. Надеемся, что меня так особо сильно респить они не будут. У меня в этом плане все будет четенько. Перестохича накидываем. Накидочку через Тохича даем. Ой-ой-ой-ой-ой, бомба Габелла. Зачепила. Так, ладно. Пробуем. Пробуем сейчас здесь отыграть. Шар летит сзади меня. Можно было, конечно, от него отыгрывать, но
Быстрее я и так догоню оппонента. Так, противник пытается точку захватить, при том, что там стоит наш купол. Очень интересно. Очень интересно, как это работает. Хороший респаун дает мне право сразу уничтожить двух оппонентов. И теперь было бы неплохо... А, этого сверху забрать. Не туда шар пустил, надо было за эту стенку заехать, и туда шарик бы запустил бы, как раз вот эти четыре на заходе типа бы все бы улетели. Шестнарик за полбоя. Работаем. Лак серва. Лак серва очень неприятный. Так, ну и бомбочку оппонент здесь налепляет. Хорошо. Вкатываем в точку. Есть неплохой тайминг на прожатие шарика. От него отыгрываем. Шикарно. Не даем ни одного килла. Еще один хотя бы. Добавку. Добавки. Добавки. Добавки не залетает. Шар сюда. Откатка назад. И добивка, добивка, добивка. Работа, работа через шарик. Работа через шарик. Хорошо. Еще шар типа зацепил. На четверочку насунул ему. Два царик. Два царик. Никто из наших тиммейтов не поконтролировал точку до конца. Точка слетела. Плохо. Плохо, когда так точка слетает. Ничего хорошего в этом нету. Поэтому едем забирать сами. Там есть овердрайв, который можно было бы, наверное... Ой-ой-ой, не ту кнопку нажал. Ой-ой-ой. Хорошо, хоть овердрайв забрал тебе в карманчик. Пригодится, возможно. Так. Ну, точку мы пока что захватить не можем. Это очень плохо. Это очень плохо, при том, что там много противников. А точку мы до сих пор не забрали. О, вот это уже неплохо. Шарик, ой, шарик, говорю, купол, купол, купол. Купол, теперь тут чуть-чуть поработать. Чуть-чуть поработать. Чуть-чуть, хорошо. Шикарно. Овердрайв меня, правда, диктатора не зацепил. Заберем точку, сейчас я думаю, что противник сам приедет. Мы сейчас, если еще шарик запустим. Вот так вот, хороший будет. Шикарно, добавка. Залетает. Так, и здесь можно еще один шар вот так пустить. Так, сейчас точку заберем. А, и не успел чуть-чуть. Чуть-чуть не пожил. 25 киллов есть. Хорошо. Дадим где-то около 35. Будет великолепно для этого боя. При том, что я запикался попозже, чем остальные. Ну, там Тохич только, наверное, после меня залетел. Тут по большей части много ребят уже было на карте. Мамонт с овердрайвом. Надеюсь, что не прожмет. Хорошо. Куда мы шарик даем? От шара сразу отыгрываем. Добавка. Хорошая, шикарная. Еще пару киллов. Бомба от противника. Откатка от бомбы. Хорошо. Добавка, еще килл. Шар сюда. Ай, не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас еще 4 килла можно было всунуть. 33 килла уже есть. Одна минута до конца. Главное не отдать точку, потому что мы ведем с минимальным перевесиком. Так, и сейчас было бы неплохо, если бы я бы даже долетел бы. О, бомба, 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 бомба. Чуть бомбу не ставит. Молодой не ставит бомбу. Так, давайте из-за укрытия лучше дам. Так, на Верочку. Ууу, сюда! Сюда! Просто до дому! Просто до дому, ребяточки. Ну, что там? Точку надо проконтролировать, ребята. Точечку, точечку, точечку. Сейчас улетит, Габелла будет. Габеллочка, хорошо, молодцы, все четко. Сейчас опять из-за укрытия даю такую же самую и работаю. Вот так же само работаю, но никого нету, ладно, хорошо, поработал. Поработал, получается, очень хороший сейчас был тайминг с овердрайвом моим. Успел еще этих двоих забрать, шикарно. И все. Победочка! Шикарный бой! Просто шикарный! И таких боев сегодня будет безумно большое количество. 41 кильчик, 5600 для такой казочки. И я только начинаю на ней играть. Вы понимаете? Только начинаю. Сколько моментов можно придумать? Сколько грамотных тайминговых шаров можно выпускать? Вы себе даже представить не можете. Как можно жестко, четко и грамотно контролировать эту пушку. Поэтому, друзья, что я могу вам сказать? Эта покупка 100% мне лично нужна была. Надеюсь, вы поддержите данный видеоролик лайком. Если у нас на этом видосе, давайте, набирается 150-очка красивая. Мы сегодня еще один видос записываем с супер-мега другой пушкой. Ну и также будут видосы еще... Ладно, не буду все спойлерить, потом неинтересно будет смотреть.
Но идей очень много именно после сегодняшнего обновления. Поэтому от вас, от меня, ну, от меня, как говорится, максимальная активность, от вас такая же активность, и в сумме мы получаем бомбические видеоролики с максимальной скоростью, как, например, сегодня. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Также, друзья, не забывайте писать, что вы думаете по поводу тесточки, если уже затестировали, либо просто посмотрели, как вам она, да, нравится, не нравится. Многие, наверное, скажут там, слабовато, не буду тратить свои кристаллы, занерфят, не буду тратить. Ваше право, безусловно, но тот результат, который она показывает сейчас, мне реально нравится. Ну и единственный момент, который я вам хотел бы сказать, то, что не забывайте, 15 числа, уже совсем скоро, у нас итоги розыгрыша на лямчик кристаллов на 1000 коинбоксов. И все это для тех ребят, которые используют так TeamP. И если вы там монету какую-то закинули в розыгрыш, сразу формочку заполнили, все в описании есть, сразу участвуйте в супер хорошем, красивом розыгрыше. Поэтому участвуйте, принимайте все эти моментики, выполняйте, там ничего там сложного нету, если вдруг каким-то магическим образом на какую-то там спецушку или что-то закинули, все можно выполнить, все будет в этом плане, ну, легко с вашей стороны, и плюс еще за это можете получить дополнительный бонус от меня. Поэтому, если кто еще не знает, в описании зашли, чекнули, разобрались в этом плане. Ну, а я на этом заканчиваю данный видос. Спасибо, что смотрели. Надеюсь на то, что мы с этой замечательной пушкой до ее нерфа сумеем записать безумно большое количество интересных подобных видеороликов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!